Приветос, амигос, продолжается Dark Souls 3, продолжаю ходить, бродить по болотам, ну, мне ли не привыкать, я тут, ну, это как в Питере, вот, реально, в центре города, поэтому я тут, можно сказать, чувствую себя как дома. Кстати, написали, что дубина на самом деле на тьму, а не на грубость, как мне показали, потому что тут написано глубинная секира, я прочитал почему-то грубая секира, и стал искать ее доп-эффекты, там вот... Где вот это кровотечение, отравление, обморожение. Я не посмотрел, что она действительно долбосит тьмой. Но она ей долбосит. И 103 плюс 103 это 206. Это, ну, немножко лучше, чем тупо физической мой меч, который, ну, как мы видим, 172 наносит. Ну, а уж меч на обморожение, это вообще, блядь, что-то непонятное. Я ни хрена не понял, что делает эффект обморожения. Наверное, мобы от него мерзнут. И это единственное его преимущество. Я ни хрена не понял, куда надо идти в этом обоссанном, богом обдолбанном болоте. Буду ходить дальше, собирать лут, авось, что-нибудь надо... А, я хотел по кострам идти. Но это известное правило прохождения... Ёб твою, прямо на видном месте, осколок, да вы серьезно. Это обычное правило прохождения Dark Souls. Сначала ты идешь по луту, потом уже идешь по куда надо. Так, ну-ка, мечом. Что-то мне кажется, что эти пиявки тьмой-то не очень. Да, меч с двух ударов, а секира с трех. Видимо, мои слова о том, что секира говно, были все-таки... Хоть не обоснованы, но я был прав. Радужный камень. Обосраться, вот эта находка. Особенно на контрасте со осколком Эстуса. Она выглядит особенно знатным лутом. Ага, вот и дорога, смотрите, впереди факел. Футбольный клуб. Хе, факел. Я, кстати, мог бы меч свой заточить. Так, сюда нельзя, да? Я как бы мог свой меч заточить. И даже надо его заточить, чтобы он... С одного вообще эти пиявки убивал. О! Вы когда-нибудь видели, как спариваются пиявки? Вот так они делают это. Собравшись в кучу. Вон еще два лута. Но я думаю, что я сейчас лут соберу, а потом уже... А потом уже пойду искать, кто директор, главный директор этого болота. Всяко здесь должен быть босс. Комок пурпурного мха. Вот так вот я и в Питере тоже. Вот мы идем по улице, видим, мох пурпурный на стене растет. Давай его ногтями колупать, пока другие не увидели. Что за яйца зла здесь висят? Неужели из них никто не вылупляется? Железная плоть, но это заклинание. Это заклинание. Видимо, дающая броню. Я видел X-мена такого с железной плотью, помните? Он и так как бы там был накачанный, а потом еще и в железном стал. Жаль, что его показывали 2 минуты на экране. Потому что, по-моему, у него скилл-то покруче, чем у Росомахи будет. У Росомахи только когти железные, а тот весь железным стал. Интересно, как они придумывали способности для X-менов? Всяко обкуренные сидели, блядь, на кухне в 3 часа ночи и сочиняли. О, давай, вот этот вот из глаз стрелять будет. О, вот это вот. Причем, кстати, когда мультик и комиксы были, никто, мне кажется, и не думал о том, что Росомаха самый крутой из них. Он последний, на кого бы оставил. Ёптую, только не проклятие. Ну, серьезно, куда там нахуй этому человеку с когтями до человека, который может погодой командовать? Да, ну, как до человека, до женщины. Прикольно, сейчас болото чвякнуло. Я вот даже наушник погромче сделаю, чтобы звуками насладиться. А то после Armored Warfare, где все звуки одинаковые. Оружие 120... Какое там оружие, бля? 75 миллиметров стреляет с тем же звуком, что и 152... Я поэтому и не стал делать видео по звукам в игре, потому что, ну, картошечники зажрались. Им не нравится, что у них звуки по ваннам, по кастрюлям били. Этими колотушками да черпаками, чтобы попадание по танку записать. Но у них-то звуки хотя бы разные. Вы в армат поиграйте, ёпта. Скажете, о, звук в картошке просто имба. Просто лучший. И чё это за тупик такой? За тупик. Я не оговорился, это реально за тупик. Ай, так, затупифилис.
не пролезть, не пройти. Эти злые глаза, именно так называются эти мобы, злые глаза, с них кольцо злого глаза падало раньше. Они что-то должны были охранять, я считаю. Вот, вот чья-то рука. Терминатор торчит из воды. Терминатор, который не смог погрузиться весь. Да, большая душа. Большая душа терминатора. Лут. Так, хорошо. Отравление, конечно, они понерфили. Я уже пятый раз отравляюсь. Уже бы в предыдущей части я бы сдох 4 раза, но не здесь. А вот и какая-то цитадель, смотрите-ка. Интересно, можно ли на нее взойти. И где те большие мобы, которых я видел в прошлой части? Они же там ходили где-то. Пхилять! Только не ты опять, а. Что-то кто-то написал, какой-то мерзавец. Как мне туда залезть? Опа, опа, опа! Ёб твою мать, только не ты. Не знаю, как проклятие действует в этой части. Нате, в глаз. На, во второй, все, она слепая. На нахуй, взорвись. Почему вот нету такого, что я кидаю в облако газа свою гранату, и облако газа не взрывается почему-то? На нахуй. Метательный нож мне в этой части нравится, он очень быстро летит. Очень правдоподобно анимировано это действие, он втыкается, что еще надо? Так. Как этот хмырь туда залез, я не понимаю. Тут даже не прыгнуть, потому что главный герой по самой голенище, по говнищу ходит, и поэтому не может прыгнуть. Стена тумана. Да ты пиздишь. Естественно. Я и не сомневался. Так. А вот этот выглядит немножко другим, или мне кажется. Нет, такое же дерьмо, как его собратья. Эти кучно могут и проклянуть, блядь. Они избрали тактику попрыгунчиков, видите? Прыгают и... срут мне на голову, твари. Хорошо, что я запас с этими бомбами. Отлично, вообще красавчик. Фух. Маховая ягода. Вот я думаю, что маховая ягода — это то, что снимает это. Блять, общую. Провотечение, яд. Наносит яд на оружие, на... А, у меня есть эти херовины, вот она. Сгусток угольной смолы поджигает. Понятно. Хорошо. А, снимать проклятие, значит. Но это только я помню, что там надо было где-то грехи замаливать. Какой-то мобильной защиты от этого говна, который можно носить с собой, не существовало вроде как. Порошок для починки. Это вообще. Опа-на. А я не понял, а кто это спизданул мой лут? Почему этот сундук открыт? А вот, наверное. Вот тот, кто его забрал. Золотой свиток. Он нашел золотой свиток и помер от счастья. А, золотой свиток. Что же это может быть, интересно? Вот он. Изучает чары Алачиля. Алачиль — это DLC из первой части, насколько я помню. Я не вижу, где у него... Блять, хватит чесать свою жопу на камеру, заебал. Нормально. Старинное платье, старинные перчатки, старинная юбка. Но это то, во что была одета NPC-шка, которая волочили тебя, приглашала пройти. Помните, на бережку стояла такая, в белом платье. А ты стоишь на... что-то там, в белом платье.
Трофим, наверное, тоже играл в Dark Souls и сочинял под него свои песенки. По-прежнему я нихера не понимаю, как же мне залезть наверх. Там даже надпись кто-то оставил. Но как он это сделал, я вообще не понимаю. Ах, клад. И где тут клад? Так. Не-не-не, он вообще сюда не идет. Значит, тот чувак, который собрал тот лут, он спускался оттуда. Но чтобы оттуда спуститься, надо сначала туда как-то подняться. И либо он сделал это сбоку, либо он пришел с той стороны, со стены. Блять, как классно ходить по болоту 2 часа. Где найти ржавое кольцо? О! Смотрите-ка, вот подъем. Ну там-то подъема точно нет. Не знаю, как он туда попал. Я вижу, что идет дорога, она идет к луту, к этому. Вот эти факелы надо тушить. Там даже 2 лута, посмотрите. Это что такое? А, ты что ли, Фантомас? Я тоже рад тебя видеть, хватит размахивать своим мечиком. Блять, ничего не понимаю, как они? Так, и тут кто-то сдох. 2 раза. А что это такое? Это что за уебище вообще, блядь? Которое 2 раза подпрыгнуло, и я умер, блядь, от охуения. Ничего себе. Это что, ебать, за стиль боя такой? Иди сюда, говно, бля. Ты чё на? Я, кстати, сделал себе огненный меч. Я что-то в огонь верю в этой игре больше, чем тьму. А когда я не верю в огонь, я верю в молнию, блядь. Но точно не во тьму. Так, ну чё, лечиться, не лечиться? Хуй знает. Он так резко, блядь, убивает нахуй, что ли? Сатир ебаный, вот эту. Говно ссаное, чё ты, блядь, а? Всё? Доскакался, парнокопытное говнище. Мамки твои рога шатал. Блять. Они, мне кажется, специально туда лут положили. На самом деле, вот оттуда просто невозможно забрать. Смотрите, а как это он так быстро ходил? Это читак какой-то, смотри. И он даже не сдох, он так и остался стоять. А этот? Такой же, смотри, раздетый. А чё это, я не понял. Это неписи, наверное, какие-то. Чё за говно? Либо какие-то глюки у игры, либо я не знаю, что это такое. Будь у меня костер, то ты бы бросил в него пепел, который укрепляет флягу с эстусом? Нет. Я так понадеялся, что это улучшалка эстуса лежит здесь. А это что такое? Погасить пламя? А-ау. А. Ух ты, нихуя, какой механизм. Как он работает? Интересно, ничего себе. Вечный огонь загасил. Все, будем газ экономить. И чё? Теперь болото стало злее, да? В каком-то неизвестном месте что-то зато загорелось тоже. Не понял, в мире в этом магия. Я думаю, что за этими дверями как раз босс-то и живет. Или что? Камеру вниз, пожалуйста. Нет, там чей-то особняк, блядь, очередной. Дом Амбреллы. Они любят свои особняки в лесах строить. Так. Ага. О! Вон стоит это. Хренотень.
На мосту стоит прохожий, на ебёную мать похожий. Вот она и есть, смотрите. Да, и как с ней драться? О, ёб твою мать. Если я по колено в дерьме, даже ходить не могу. Что это такое? Хо-хо-хо-хо, блядь. Ничего ты владеешь. Нихуяся, сказал Яся. Все, я все понял. Я понял, кто директор болота. Все, расслабься. Соси хуй, говно. Да, пошел в жопу. Ну, дамаг у нее, слава богу, не такой большой. Каменный большой щит. С первого раза выбил. Мне, по-моему, уже два каменных щита. Мне уже их носить, блин, даже лень в инвентаре. Где они? Они друг от друга, наверное, хер еще отличаются. Каменная парма. А это каменный большой щит. Тоже 100 физики, и здесь 100 физики. Но этот весит 18, а этот всего 7. Дайте же посмотрим, как они хотя бы выглядят. Это каменная парма. Каменная парма — это один в один щит Лавелина, блядь, из второй части. Лавелина. С тех, из кого он выбивался, еще также выбивался и сет ночного дозора из Игры престолов. А эту ебулу мне в руку даже и не взять, походу. А, взять. Но это пиздец просто. Щит каменного Ахиллеса. Вообще, весь можно за этот щит спрятаться. Хорошо. Буду иметь в виду, что если когда-нибудь я захочу одеться в сет асфальтового катка, блин, и ходить. И даже не ходить, наверное, а ползать, наверное, правильно будет так сказать. Обязательно надену этот щит. Ну, естественно, отравление, куда без него. Так, ее можно на огонь завалить, что, заманить, чтобы она сгорела там нахер. Я уже, блядь, забыл, что можно щитом в этой игре пользоваться. Вот оно, наследие Бладборна. Попали, блядь, головы все. Пизду. Эту гниду можно только спамить, походу. По-другому с ней в этом болоте, блядь. Где не побегать, не попрыгать, ни кувырочек не сделать. По-другому с ней драться тут просто невозможно. Осколок титанита. Вау. Сколько времени надо плутать по этому болоту, прежде чем найдешь все эти факелы? Что я вижу? Не как лечебный котел. А там что за херня? Лестница. Деревянная лестница, по которой лезть-то страшно. Время пришло, суп. Может быть, это суп? Да, может. О, а эти, смотри, кто это там? Сатиры, смотрите, сколько их там. Ёб твою мать. Да, супчик хильнул. Нет бы фляжку набить, наполнить. Талисман солнца. Ну, это для клириков. Мне с ним делать нечего. Меч-трава. Это интересно. Ну, это надо, наверное, сразу... А, вот оно. Свидетельство, что сторожевой пес Фарона исполнил свой долг. Что это такое? Воинов легиона нежити в гнилом лесу. Гнилой лес, да. Это название подходит данному болоту. Вон еще лут. Вон еще лут, блять. Я когда-нибудь пойду вообще к боссу-то, или буду тут лут по болоту ходить собирать в неделю.
Да нет, тут ежу понятно, что я скоро сдохну от отравления. На это мое путешествие по болоту продолжится, конечно же, как же. Еще осколок титанита. Вон там, в уголочке. Что-то очень имбовое наверняка, я базарю. Давай, чувак, давай. Похрен, ныряй, зажми нос. Безымянного рыцаря комплект. Ну, безымянного рыцаря, это то, что было в первой части, по-моему, с этим элитного рыцаря. Была такая, помните, там на бережку валялся у гидры. Слушайте, а этих-то, блядь, пиявок тут просто жопой жуй. Кто-то мне обещал, что будут за убийство восполняться эстусы. Оно, ебать, и видно. Я прям уже император эстус. Так. Последняя моя хилка, которая что-то там увеличила заодно. Лучше бы здесь костер было, не лут. Горящий осколок кости. Вау. Все-таки эстус я усилю в ближайшее время, смотрите-ка. Так, как бы к ним туда не подходить, было бы замечательно. Выглядит знакомым. Короче, видение лестницы. Интересно, кто и как эту лестницу тут ставил, блядь. Сколько на нее деревьев ушло. Мне кажется, при осаде замков таких лестниц не было, как здесь. Впереди дверь. Лучше бы впереди костер был. Мне жить осталось вообще, бля. А чё я раньше это не поюзал? Иди, ящерица. О, впервые не наебали. Ёб твою мать. Пепел мечтателя. Костер. А это, я так понимаю, и есть сторожевой пес фараона. Будь у меня луна. Сторожевой пес фараона похож на боссов из Bloodborne. Там все были какие-то собакоподобные. А, ну угадать, что там дверь призрачная, несложно. Там вон жопа чья-то свисает, блядь. С лутом. Кто-то здесь помер. Что, пес дал кому-то пиздюлей? Нет, кто-то прыгнул мимо лифта, конечно же. Молиться старому волку фараона. Ну давай, хули там. Этикет легиона. Проситься в ковенант. Так вот кто, блядь, вторгается тут. Дать меч трава. На меч трава. Преданность ковенанту стала глубже. По самой си бемоль. Так, давайте сменим ковенант солнца на сторожевые псы фараона. Может быть, меня призовут в атаку. Я кому-нибудь смогу дать трындюлей. Нет, надо сначала сходить в душ потратить. Трындюли подождут. Так, ну, хорошо, что хоть новый костер нашел. А то я уже думал, сейчас ласт склею. Я подохну сейчас вообще! Навари мне, бабка. А, ну да, вот я кастрюлю-то и нашел там на островочке в натуре.
Так, и... Ага. Блин, ну это на обратном пути можно сделать. Да-да-да, я хочу... Я хотел бы купить у вас сим-карту. Есть? Физическая стойка, физическая мощь. Ну что? О, физическая... Да. Сила. Нахер вообще качать в этой игре силу, ловкость, если оружие, заряженное на какую-то магию, теряет все свои скейлы? Объясните мне, я вот не понимаю. Физическую мощь надо качать. Я так хоть доспех потяжелее потом одену, может быть. А, сила и ловкость, они вообще ни на чем, походу, скоро сказываться уже не будут. Так. Вот. Бум. Магия. Нет бы костер хоть как-то ярче разгорался, или я не знаю, как это работает, но хоть визуально бы отметили эффекты. Вообще, конечно, то самое чувство, когда в Dark Souls уже декорация сменилась больше, чем во всем Bloodborne. Так. Лифт идет, я так понимаю, вниз. Потому что вверх ему идти некуда. Интересно, если я его ударю? Да ну нахуй, старого волка бить, такой отстой. Боже мой, как я вообще об этом мог подумать. Так, и давайте сначала посмотрим, что наверху, а потом уже я на лифте вниз. О, блядь, сучка, стоять нахуй, арестован, ночной дозор, стоять, блядь, тварь. На нахуй. Мерцающий титанит, вот так вот. Могу свой меч Мороза заточить, но меч Мороза такой говно с какими-то непонятными свойствами, что... Обморожение на меня боссы сколько раз накладывали, ничего не изменилось. Все, пиздец. Я Властелин колец. Я по кругу обошел и кончилась локация, да? Замечательно. Вот там еще какие-то башенки. Тут это вообще... О, это еще и арка. Ну, понастроили. Может, значит, таджики-гиганты. Так, хорошо, давай. Давай попробуем. Да попробуем. Ну, чувак, который упал вниз, умер, поэтому, я думаю, не имеет смысла. А может, он что-то знал? Нет, лифт наверх пошел, смотрите. А внизу там... То, что называется каша-малаша, да? Молозева-спермозева, не знаю. Так, надо дернуть за каменный рычаг и вызвать лифт обратно. Я думаю, что пора бы уже найти какого-то... мне кажется, что там, да, там будет босс, но он будет, наверное, чертовски силен, потому что я только один факел затушил. Нет, хуйня. Факела дверь какую-то открывали. Интересно, это удобно было строить лифт из камня? Вторжение не удалось, так как время истекло. Какое вторжение? Ковенантное вторжение не удалось. Вот так вот, не дали мне вторгнуться. К сожалению. Ну, на болотах вторгаться это вообще злостно. Тут и так тяжело. Они еще и ковенант сюда впердолили, прости господи. Так, 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 я уже вижу, что вот здесь можно прыгать, прыгать, прыгать. О! Стопэ. Сторожевые псы Фарона идут в атаку. И я, между прочим, хотел... Да, я понял, где я. Я видел этот мост разрушенный, где дракон лежит на мосту. Я видел его, но с другой стороны. Опачки. Да, бич. Опа, вот он. Хозяин углей. Ну чё, хозяин углей? Держи свой хрен бодрей. У него похожая тактика. А у меня есть бомба. Насколько я помню, я лечиться-то не могу. Да, битва прям вообще огонь. Вообще не попасть. Вот это ПВИ, вот это ПВП. У него как раз меч Мороза. Да. Просто заспамил. Всегда считал ПВП Dark Souls редким дерьмом, где просто все прыгают, прыгают. А вон еще один сторожевой пес Фарона.
Не, на самом деле, тут либо спамовый маленький меч нужен, либо все остальное хуйня, из которой вы по человеку никогда и не попадете, скорее всего. В пизду все эти ковина. Не, ладно, пусть повисит еще. Может, на лошару на какую-то нарвусь. Хуй его знает. Кинжал, вот оружие ПВП. Чтобы. О! А это демон из первой части. Толстомясый. Который жопой плюхался. Эту падлу мы знаем. И он опять на стене почему-то оказался. Почему-то его в таргет даже не взять. А вот теперь. Только он теперь не босс. Он что-то оброс какой-то. Какой-то паутиной. Ну как поймал-то? Ты пиздишь. Как Троцкий. Хорошо, что за бросок, блядь, не сняли здоровье. Он отбросил меня на супер безопасное расстояние. Ох ты, блядь, он камнями блюет, нихуя себе. Чувак, а что ты жрешь? А, я понял, это почечные камни, наверное. Заебись, от этого даже не увернуться. Чувак, я бы на твоем месте даже не пробовал бить, я бы просто блевал камнями. А, фирменная атака. Раньше этот демон не мог камнями вливать. Обновили. А что это с ним? А, он развалился. Ну это уже вообще Bloodborne какой-то. Душа заблудшего демона. Вот так вот. Ничего себе. Халява. Большой топор. Топор. Топор большой, ёпта, как сказали бы в Питере. Дожди-ка, а чё за топор-то? 32 силы, до свидания. На продажу пойдешь. Так, и теперь... где-то я видел там, что... Можно по карнизу, по карнизику прыг-прыг. И туда, под жопу к дракону прийти. Так, а здесь не... О! Там торговец как раз мертвый лежит, смотрите-ка. Тук-тук. Так, а как дверь-то? Ага, вот оно, это место. Я так и подумал, что где-то оно должно быть. Херак. Оп, оп. Да, и здоровье отнимают эти прыжки. Но тут вообще кладка посыпалась. Уволить, дать плите этим таджикам. Так. Я вижу, что там что-то... Ящерица. И там ящерица. И там еще у самого дракона. А дракон-то живет, наверное. Стой, сука, поймаю, убью. Блять, кому-то поебал, удал мимоходом. А? Тяжелый самоцвет. Ну, блядь, тяжелый самоцвет. Это залупа. Так, это обратный путь, судя по всему. А это что? Посмотреть. Больше нет красоты, чем поссать с высоты. Ну это вообще край мира, смотрите, стена. Не знаю, против кого я строю. А, он еще выше. Блять, надо снимать это кольцо в пизду. Надоели эти вторжения. Каждую минуту. Каждую минуту теперь, походу, буду вторгаться звать. Причем, я так понимаю, надо ждать, пока вторгнется еще кто-то и вдвоем нападать на этого. Но это, я так понимаю, тот же чувак. Нет, кто-то другой в шляпе лорда Рейдена. Лорд Гихи. А, их двое даже, смотрите. Он с союзником играет. Союзник тоже палит мне из-за дерева, я так понимаю. Блять, меня в тупике в каком-то поставили. Мне отсюда издриснуть-то некуда. Мобы! Хелп! Ох, блять. Они тут что, уже все зачистили, что ли? Вставай, сука! А, все мертвые здесь, пиздец.
крабы. Ох, на нахуй. А, лечиться можно, даже если ты вторгся. Это интересная функция. Но я думаю, что лучше всего вторгаться, когда ты магом играешь. И просто из-за дерева пульнул, блядь. Фантом Арчи вернулся домой. Это очень хорошо. А где тот, кто его призывал? Ага, вон он. Уже и жизни-то не те, не полные, да? Но он маг, он что-то кастует, я по звуку слышу. Вот это да, хуёво, да? Попал, чувак. Он уже отпрыгнул, а дамаг засчитали. А падения с высоты почему-то нет. Хорош в наглую лечиться, блядь, а. Ну, парирование вообще, конечно, оружие бога. А хуйня, что он как бы не мог достать сейчас. Как бы ему этого, блядь, не хотелось, он далеко стоял. Так, еще один чувак пришел, давай. Посмотрим, что ты с двумя будешь делать, ублюдок. Ну, где этот чел? Квазам, ты где там? Куда, блядь, ты собрался, сука? А, вот он. Блядь, веселый ковенант. Раньше не мог, блядь, вторгнуться на помощь-то. Пиздец. Замочили. Меч трава. Да, нарушитель леса. На тебе тоже нахер. Да, конечно. Честности в таком поединке просто, блядь, кот плакал. Давайте оденем тогда лазурный путь. А, синие стражи, вот. Это когда кто-то вторгается, мы прилетаем на защиту. Но, что это не распространяется на вторжение внутри ковенантов. То есть, только если по красному оку кто-то вторгнется. Что-то щитоносец не помер, что ли? Так, и там еще дальше... А, ну вот, я там и был у этих ворот. Опа, вот это лучший бэкстап, наверное. Ну пиздец, вот, вот он, сила ножа. Давай бомжу обычному проиграем, будет вообще классно. Он для кинжальщика, я скажу вам, урона наносит, будьте любезны. Блять, они что тут бесконечные, что ли? Откуда не лезут? А этот чё? А этот дальше всех прошел. Все там померли. А этот здесь. Ну, дракон сейчас и живет по любосу. Это будет в духе Dark Souls'а. Хуй с ним, с драконом, надо мандавошку убить. Куда, сука? Не, не ожил. Он уже окаменевший, как он живет. Усатый такой дракон. Чисто вот
китайский какой-то, блядь, новогодний. Громовое копье. И тут все маги разом кончили, потому что мне кажется, что большинство магов именно этой магией пользуются. Ну, во всех своих поединках. Драконий гербовый щит. Это интересно. А он, я помню, что-то типа атаки добавляет. Рыцарский щит, украшенный гербом с изображением дракона. Один из зачарованных щитов. Щит с драконом значительно снижает урон от огня. Разведите атаку, точно рассчитав момент, нанесите критический удар. Работает независимо от того, в какой руке щит. Да, блядь. Работает так, что нихуя не работает. Пиздюлей получишь просто, вот и все. Ну, огонь... от огня защита, конечно, не стопроцентная, но от физики стопроцентная. И весит он не так много. Щит годнота, конечно. Короче, щит годнейший, но не сейчас. Сейчас я и с щитом травы хорошо себя чувствую. Почему-то запульсировал значок ковенанта в верхнем левом углу, что как бы значит, что, видимо, вот-вот начнется вторжение какое-то, нет? Все, мне можно идти обратно, я так понимаю, да? Тут больше не пройти, делать тут больше нечего, типа. А тут в конце тоже какой-то выступ зачем-то сделан. Ну, лута не видно, значит, будем считать, что его здесь и нет. Странная локация, конечно, ничего не скажешь. Зачем-то здесь лежит дракон, который все равно не оживет. Зачем-то здесь ходит демон, который... Ну, такая... я понял. Это, наверное, имеется в виду, что это та стена из начала игры. Первой части, нет? Нет. Конечно же нет, потому что там стена не была такой, блядь, огромной. О, здорово, чувак. Как сам. Демон-телец. Демон-телец. Нет, демон-телец это другое. Это именно что, блядь, унылый демон какой-то. Видение месть. Ладушки, хорошо. Блять, а где же тогда босс-то этой локации? Это ж пиздец. Вот это болото, реально. В болот, по болоту по одному 3 часа ходить надо. Пипец, вообще ни в какие ворота не лезет. Так, интересно, а за преданность ковенанту 10-го левела, когда ты ему 10 перьев этих принесешь, что дают-то? Какова награда? Держи! Преданность возросла, пиздец. Ну и все. Спасибо, до свидания, да? То есть вот так. Это какой ковенант хороший. И конкурсы интересные. Так. Где следующий костер? И почему с высоты не видно огней? Непонятно. А эти уже ждут меня. Сейчас они меня и высосут, походу, здесь. Так, ну давай налево пойдем. Там у нас огни какие-то горят. Это и есть эти двери. Ну давай сюда пойдем. Вообще, давай вообще больше ходить будем, ёб твою мать, что-то. Такое ощущение, я вот тут хожу, а такое ощущение, что ничего не меняется. Блять, костер на каждом шагу теперь, да? То не было, я искал его, охуевал, то вот они. Костеры повалили. Надо отдохнуть, наверное, чтобы тут возродиться потом. Я видел, там лут в луже лежал. Ну, вообще, демон, конечно, это интересно развалился. Но это костер к боссу бегать. Видимо, здесь босс. Хотя и оттуда, с той лестницы бегать тоже не шибко-таки далеко. Не понимаю я расстановку костров в Dark Souls. Ой, блядь. Это тот, видимо, был особенный сильный. Эти обычные. Опять Кинглер ходит. Кинглер, вот кто это. Это краб-покемон. Который, блядь, ходит через деревья, да? Пиздец, как попал.
Хорош, но все равно твой урон говно. Хотя нет. Ударил как надо. Но я заметил, что... Блять, от него хуй вернешься. И по икре его бить бесполезно, блять. Чё это он замахнулся или чё? Бум. Вот эта битва вообще, да? Вот видите, почему Bloodborne говно? Потому что там без щита не было вот таких замечательных сражений, блядь. Когда ты у огромного босса просто уделываешь за счет щита. Ну дай ты ему по клешне-то, ёбаный в рот. Пидорас криворукий, заебанец, блядь, а. Иди нахуй, ёпта, выпусти меня. Блять, то самое чувство, когда твой герой просто мудила ебаная, блять. Сука, дебил, так и не попал по нему. Пидорасина, пиздец, блять. Сука, пиздорукий гном, блять, уебок, а. Нахуй этот меч, блять, говна кусок. Блять, рот ебал, ну и говно, нахуй, а. Просто, блять, крабика ебаного не добить. Один удар, блять, не сделать. Ёб твою мать, а. Ну краб тоже гандон, еще тот нападает, а где, блядь, где глубина самая? И хрихуй походишь. А лута-то сколько здесь у него под жопой? Опять белое дерево. Сюда Гох не стреляет часом? Из своего лука, блядь. Стреляет. Ага. Если он, блядь, еще попадать начнет, я вообще охуею от радости, честно говоря. На, ебать, по горбам, шлюха ебаная. Ну чё, как тебе? Сейчас мой друг тебя, блядь. Будешь крабик на шпажке сейчас, блядь. А, я поебал. Как тебе? Блядь, его чем не бей, ему все похуй. Что огонь, что, блядь, тьма. На, это выкуси говно. Красавчик. Кольцо с, с медлящим драконом. Медлящий дракон? Как интересно, боже мой. Увеличит продолжительность действия заклинания. Вау, вот это кольцо, блядь. Неудивительно, что его в жопу крабу засунули. Такое говно. Лучше вообще спрятать это всех, чтобы его, блядь, не видели. Закон Зари. А, корона. Корона Зари, да. Какой закон, пизду. Ну, Зара, Заря, это Заря Алачиля из DLC-шки первой части. Ее, да, ее Заря звали. Вот это ее платье белое я нашел. Сгусток золотой, но это... Блять, краб... Краб, наверное, от электричества дохнет. Душа неизвестного путешественника. Раньше в дарках падали души героев, а теперь просто путешественников. Так, ну чё, еще что-нибудь тут есть интересного? Вон еще что-то лутовое лежит. Опа, под мостом. Осколок титанита. Ну. Мне еще есть что ими точить, почему бы и нет. А этот что тут охраняет? Он тут и не один. Блять, и тени одни. Печалька. Давай. Бэкстап, сучара. Такой черт еще седой, такой старый, мудрый.
Но самые опасные это сидячие, конечно, они, блядь. Они, видите, убиваются с трех ударов, а не с двух. Они дамажат сильнее. А тут одни сидячие, блядь, и... Опа, я ему щит сбил, смотри как. О, грибосы, грибосы. Время пришло, печаль, слезы. Это гриб Элизабет, наверное. А, нет. Тут дохуя всяких грибов. Черти их накрошили. Ну, грибы опасные враги, в общем и целом. Свиток знатока, ну, понятно, опять что-то для мага. Так, а как бы схватить лут вот этих двух, трех, блядь, дам? Привести их к дереву, чтобы дерево их убило, наверное. Ой, чтобы их убил Гох. Я-то их не смогу, потому что... А, по одной. Они выманиваются. Заспамить, конечно, хорошая идея. Но лучше так не делать, конечно. Понятно, в принципе. Прикрывшись щитом, можно рядом с ней прям стоять. Она все равно не попадет. А вы заметили, что стрела не падает вниз, а летит, походу, просто прямо? Здесь дальность выстрела апнули, походу. Пошла ты, в очко себе их засунь. Пиздец. Кто придумал, блядь, магию самонаводок дать им, тот просто черт намысленный. Базарю, что делал его мамку, блядь, на прошлых выходных. Пизде, ну заебало ты ими спамить уже, слышишь? Черный лук Фариса. Причем этот лут мне просто дали. Мне даже подбирать его не пришлось. Ух ты, блядь. Дамаг говно. Дальность зато выше. И от ловкости скейл Си. Ну, в целом, то на то и выйдет, но еще и ловкость надо прокачивать, чтобы с ним... А если ты не разбойник, да, или не играешь с кинжалом, тебе ловкость тащим-то не очень-то и нужна. У меня такое чувство, что вот именно на последнем этом мобе я сейчас и обосрусь. Я так близок к успеху, что обосраться самое время. Я это очень люблю, блядь. В теплом, мягком сидишь, блядь. Обосранный. Есть, блядь. Нет, смотрите, я смог, нихуя себе. Шляпа Фариса. Фарис, я помню, это его сет и лук падал в лесу, где Сив во второй части. В первой части Dark Souls бегает, помните, Фарис? Говорят, Фарис называли одного героя, но в наши дни так называется этот тип шляп. Вот так вот. Тип шляп. Искусный лучник Фарис, да. Там еще его фантом бегал, по-моему, потом. Отравленный самоцвет. Это они втроем, блядь, самоцветик сторожили, что ли? Им просто делать, наверное, нехер, они попиздеть собрались вместе. Так, а это что такое стоит там? В позе, блядь, Джона Рэмбо. Реально, что это такое? А, вот он, опаснейший сатир. Смотрите, сколько ударов держит. Пилюли из черных жуков. Хорошо. Так, и здесь можно еще наверх подняться. Видимо, костер затушить, да? Позиция для стрельбы.
кого? В этих трех овец? О, блядь, опять ты. Комок. Ага, и вон мой костер. То есть обойти можно было, да? Ну, что значит можно? Я и обошел. Ну, мы знаем, что, блядь, тут погаснет, там загорится. Нахуй, смотрите, все заставки второй раз. Так, мне теперь надо по любасу вернуться к костру. Перекат. И чё? И вот он. Нихуя, да? Отлично. Моя любимая находка. Великое ничего. Так, я у костра посижу, мне же снова придется драться. Смотрите, их там трое аж сидит. Либо в обход мимо этих трех овец с самонаводками, что тоже не очень хочется. 16 тысяч душ на минуточку у меня с собой. На борту. Да. Рисковать такой суммой даже как-то неприлично. Но придется потом прорубать себе дорогу с боем мимо чертей. Лучше, потому что я убью этих чертей, чем пойду опять драться с этими, блядь, колдуньями двухметровыми. Тут что в обход идти долго, что по прямой идти долго. А третий огонь, наверное, блядь, там, где это болото начинается, наверное, слева. Я все время вправо шел, а он, наверное, слева. Либо хрен его знает, где он. Слушай, мобы так близко к огню вообще здесь стоят просто. Обалдеть. Вот оно, наконец-то, третье пламя. Да, это от первого костра прямо надо было пройти. Все правильно, я направо ушел, надо было. Просто прямо, вот оно, последнее. Последний крематорий погас, и... Ну что, ворота прямо сейчас откроются? Мы посмотрим, кто внутри или что? Или туманная дверь будет? Сколько свечек? Несгораемых свечек. Либо их кто-то обновляет постоянно. Интересно. Ну там как будто в святилище в какой-то дорога. Да, в говнилище там дорога. Ладно, мне туда все равно через костер надо телепортироваться, чтобы по болоту опять не чвякать сапогами. Ну что ж, пойдем глянем, кто там живет в этой цитадели фараона. Фараон, тоже слова такие, блядь. Созвучные. Ну давай только без отравлений туда дойдем, окей. А кто сказал, что вообще это босс? Тут, походу, блядь, дальше дорога пошла просто тебе. И пошла. Дорога пощёль, дорога пощёль. Прищёль. Козлу какому-то прищёль. Кого это я убил вообще? Что это было только что? Нихуя он там проповедует, стоит. Это что такое? А, это птичник опять. А, еще же не птиц, что же не летает? Сука, на нахуй. А эти уродища что сидят? Не знаю, но они вроде не воинственные. Я человек такой, на меня не нападает, я тоже не трогаю. Да? Типа, пис. Так, а там что, лута нету? Нету. Везде мечи воткнуты здесь по дороге. Так, что-то написали, надо почитать, блядь. Наверное, про призрачную стену опять. В уши ссад. Бесцельность. Не обманули, действительно, тут нехер делать. Зачем тогда эта тропинка? Тропинка... А, ну это чтобы птичника снять, который их агрит на тебя, наверное.
Непонятно, короче. Но обставлено все, конечно, красиво. Вот эти свечи, мечи. Алебарда, вот это, блядь, трехметровая. Интересно, кто ее тут размахивал. Это что такое еще? А, берсерки аннигилируют козликов, а яд на них что не действует? Костер, наверное, да? Конечно, блядь, тут на каждом шагу костры. Все болото, блядь, кострами истыкали. Что тут делать? Босс-то где, блядь? Сзади, спереди, где? А-а-а! Ха-ха! А вот она и дорога к луту. Первый, второй. А потом, видимо, косточка возвращения и домой. Искупление. В каких одинаковых позах лежат эти бомжи, вытянув вперед свои тощие длани. Пошел в жопу от меня. Блять, как нахуй я сюда спрыгнул? Вообще непонятно, где костер ближайший, вообще непонятно. Как тут ходить, блять, по пояс в говне? Вообще, естественно, непонятно. Ой, а потом опять скинут тайминг на это время, скажут, вся суть Bloodborne. Ну да. Мало кому, даже, блядь, из фанатов игры, мало кому интересно, блядь, ходить по пояс в говнище, блядь, со скоростью черепахи, ну серьезно. Пиздец. Ну все, уже вышел, блядь, беги нахуй, ёпта, блядь, опять. Пиздец. Старший волк, какой-то младший волк, чё, блядь. Старший волк, как будто последняя локация этого болота. Чё-то он сам внизу. Фарон. Я догадываюсь, что боссом здесь будет сам Фарон, наверное, нет? Сначала мне хочется в эту сторону все обшарить. Не знаю почему. Фарон, наверное, будет один из вот этих бесов, блядь, которых там истребляют берсерки теперь. На, нахуй, кинжал в жопу для остроты. А-а-а, я видел эту синюю хуйню. Там сзади нее дверь. У нее немножко много рук, по-моему, нет? Хвост ей нельзя отдербанить. Но она сильнее и живучей, чем та, которая в начале игры была. Это прям вообще у нее, смотрите. Здоровья сколько. Титанитова чешуя. Кто-то тут помер. Опа. Большое волшебное оружие. А чё это, блядь, чёрный рыцарь теперь спавнится, что ли? Вы серьезно? Смотри, в натуре заспавнился. Ну, теперь тогда с него сет можно выбивать хоть до охуения, пока не выбьешь все его шмотки. Пиздец. Ебать. Иди ты нахуй, заебал, дай полечиться, блядь. Хуйте. Ну где бэкстаб, когда он нужен?
У бэкстаба выходной пуговицы в ряд. Пшит. Загнись. Загнись мучительной смертью, тварь. Не знаю, зачем черные рыцари теперь спавнятся, если учитывая, что лут с них... Может, из них лут только в первый раз падает, я не знаю. Что за хуйня? Ты чё, ебать, иди ты нахуй. Мне не нравится твое настроение. Нихера себе. Выскочил, бля. Внезапный. Внезапный бич. Окей. Снова призыв зла. Значит, босс тут где-то. Блять, и что, чтобы к боссу попасть, надо подраться здесь на входе с этими уродами? А чё на меня-то? Иди нахуй. Блять, я за козлов дерусь, а они нахуй меня еще ядом поливают. И все, и замочили. Этот прием спи спокойно, я знаю. Блять, короче, пизду. Опять полтора часа, блять, серия, нахуй. Ходил, бродил по ебаным болотам. Босса опять нету, короче. Ну понятно, вообще классно. И нихуй знает, и здесь еще до босса, наверное, идти полчаса. Так что, блядь, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, я не знаю. Может, в этой игре вообще больше боссов нету, хуй поймешь. Потому что я что-то их не вижу и уже давно. И вряд ли я просто их найти не могу. Раньше их и искать не надо было. Идешь, идешь, хопа, босс. Идешь, идешь, хоп, второй, блядь. Тут что-то ходишь, бродишь, дрочишь, блядь, что угодно. Только, блядь, боссов нету. Пиздец полный. Не, хуй там, без босса, блядь, не уйду. Сука, надоело. Посмотрел по времени еще. На 15 минут можно серию растянуть. Если этот босс сразу дверями, то хорошо. Если нет, то очень плохо. Так, я обойду. Подожду, пока эти придурки схватятся. Наверняка козлята получат пиздюлей. Блядь, откуда? Откуда ты взялся-то здесь? А этот, смотрите, в белых тряпках каких-то. Это козел-апостол, наверное, их. Или кто там? А пес думал, блядь, я не апостол. О, козлы его нагребают. Иди друзьям помогай. Чё ты меня доебался, блядь? Мудак обоссанный. Уголь. Нахуй. Ну, уголь, как я понимаю, после этого угля вторгаться к тебе начинают эти, блядь. Ковенантчики всякие. Так. А, блядь, ты посмотри. Обезьяна, сын осла, блядь, а? Бля, это к боссу идти через вот это... Через полчища этих козлоподобных, что ли? Позиция для стрельбы в кого? Блядь. А там все идет замес, смотрите. Они друг друга бьют, а души я получаю. Нравится. Опа, с черненького лута мне кто-то дал халявного, смотрите-ка. Проиграли. Проиграли костяные-то, смотри. Нихуёво, два ока треснувших. Нихуя он их отпердолил. А внутрь пойдет? Бля, вот это у него меч, я тоже такой хочу. Пойду следом, буду учиться у мастера. Все, он завис. Блять, жаль. Эй, мудила, дай на пиво. Ой, блять. Нечестно, блять. Говна кусок, а. Опять треснувшая ока. Нет бы, меч упал. Доспешки. Доспешки у него тоже неплохие вроде. Последний козел решил отсидеться, правильно, это мудро. Впереди сильный враг. Я слышу звуки битвы какой-то ебанической кипят. Бля, 10 тысяч душ. А-ау. Прилипос. Прощай, десятка душ. О, рубится, рубится, смотри. Бам, поебал. На нахуй. Но это вообще Bloodborne, смотрите. Чисто, чисто Bloodborne-овый.
пехотинец. А чё он своего брата-близнеца убил? Что, братья Гримм поссорились и больше вместе не поют? Хлопай ресницами. И чё? Типа это босс, что ли? Босс Абсос? Он только что из битвы, он уставший, это мой шанс. Нихуя ты, пафос. Пафос, блядь, потек из моих колонок. Доктор Пафос, я бы назвал этого. Хранитель бездны. Манус, хранитель бездны, а ты, блядь, говно. Ёпта. Ты погорячился, в общем-то. Хуесосить его раньше времени. Пиздец. Сука, на тебе два удара престижа. Что я за звуки слышу? А это что за хуй? В пальто, блядь. Господа! Господа! Третий. У вас тут всего сколько, мне интересно? А, они там все друг друга ебашат. Ну тогда это, блядь, полностью меняет дело. А вот наш клиент, который один. Мувсеты-то у них, я смотрю, одинаковые. Нихуя не понял, что это они его пиздят, блядь. Ну ладно, я не буду мешать, дай ему пизды. Чувак, давай, я за тебя болею! Левый, левый! Блядь, нет, он не смог. На нахуй. Сюрприз, мазафака. Это все? Это весь босс? Да вы, блядь, А, это половинка босса. Половинку босса, пожалуйста, скажу я завтра в хлебном магазине. Че, новый встанет сейчас, что ли? Да вы, ебать, что, ёбнулись, что ли, совсем? Ну, реки крови, это мы знаем, это Bloodborne. Я надеюсь, что это его праздник, это, торжественные похороны, бля. Ох, ебать. Та вы че? Та ты шо? Та ты шо? Вообще, блядь. Теперь нахуй. Еще и огненный, да? Из какого хуя ты ожил-то, эй, дружище? Мне кажется, ты, блядь, что-то не понял, блядь. Так, а ладно, надо еще пацанов поднять. Восстание поднять. То есть они тут пиздились друг с другом вечность, а я им помешал, да? Или что? Мужик. Ну ты же знаешь, ничего личного, чувак. Блять, вставай, пехота! Вставайте, блять, вставайте, подъем! Пацаны, подъем, блять! Красиво, красиво. Наши жонглеры огненные так не могут. Ебаться, сраться. Пиздец. Слышь ты, Ван Дам хуев, блядь. Ниндзя-самоучка, блядь. Стамина, пожалуйста, быстрее, можно? Я слышу, вон сзади. Гомосечья морда, блядь, а? Пизда мне, походу. Но не смог я одолеть эту гниду с первой попытки. Ну, блядь, ну вот этот след огненный. Вообще не рано таких боссов-то, блядь, делать. Мне кажется, это босс где-то, блядь, конца игры, например, там, Гвин Король Пепла, блядь, что-то типа того. Но он просто охуевший какой-то, блядь. Думаю, глупо пытаться убить его огненным мечом, потому что он тоже бьет огнем. Я думаю, что здесь фишка, блядь, должна быть какая-нибудь, типа, молнии. Но у меня нету нормального оружия, на котором нет эффектов. У меня есть топор тьмы, который вообще пиздец урон не наносит. Но у меня есть щит защиты от огня, по крайней мере, это уже что-то. Так, надо поднять пехотинца какого-нибудь, чтобы они, блядь, дрались. Так, заодно.
Может, пехотинца можно поднять во второй части этого боя, блядь, когда он будет огненный. Потому что мне вот именно тогда помощь нужна. Сейчас-то я, блядь, его и сам напинаю. У него не такой великий дамаг. Блядь. А кто сказал, что они помогать будут мне, блядь, а не ему? С другой стороны, да? Ну иди ты нахер, господи. Мы тут что, в догонялки, блядь, играем или драться начнем? Пошли нахуй, это меня сказал, дебилы. Где мой нахуй проверенный жизнью огненный меч? Так, какой из них босс? Вот этот, у которого глаза пока не горят. Ебать. До меня бой докатился. Это моб обычный. Я хочу попробовать убить босса так, чтобы моб выжил. Давай его бутербродиком зажмем. Ну чё ты, блядь, обосрал мне всё. Почему огненного вот так не зажать, я не понимаю. Это все было, блядь, семечки. Хорошо, давай. Хуй тебе, а не бэкстаб, да? Вот так вот. Ну, щит на резист к огню, конечно, блядь. Защищает от половины только, блядь. От той, что связано с огнем. А вот эта хуйня, это вообще, блядь, пиздец полный. Какая нахуй, какой нахуй огненный след, блядь? Он-то здесь нахуя, я, блядь, вообще не понимаю. Совсем ебанулись, блядь. Нашли нахуй человека-молнию, блядь. Эй, ухнем. Блядь, со спины к нему хуй подойдешь вообще, конечно. Вот она. Вот они, лопатоньки. Знаете, еще по сраке. Мне кажется, бомжи эти встают, даже если к ним вообще не подходить. Они встают, потому что должны, блядь. А тебе похуй, да, что босс, блядь, даже в бою-то, блядь, не участвует. Охуенно вообще. Надо их, блядь, подружить друг с другом. Да, у них жизни, конечно, блядь. Ебался. Давай, отвлекай его, чувак. Давай хоть с тобой союз заключим. Отлично. Пока все нормально. Блять. Аккуратней надо быть, ёб твою мать. Блять, ну пока что я такая халява в первой половине, конечно. Ну там еще один встал. Чё же они потом-то не встают, блядь? Им прикольно только вначале мне помогать, да? Блядь, и тот упал. Понятно, они, у них жизни одни на всех, походу. Одни на всех, мы за ценой не постоим. Так, усилим-ка свою защиту от огня. Давай, петушок. Посмотрим, на что ты способен. На нахуй тебе первый, блядь, саечку. Саечку, сосаечку за испуг. На нахуй тебе еще по горбу. Ебануться. Ебануться, боссы гнутся, блядь. Давай, пора сосанта. Сосанта не интересанта, да? Лечение, блядь. Вообще не понимаю, когда лечиться в этом безумном бою, блядь. Как не сейчас.
Да, в этой игре есть и щит, и магия, но и боссы, блядь, об этом знают. Разработчик не забыл, блядь, что есть все это. Поэтому боссы здесь, как мы видим, не совсем простые, блядь, но проходимые. Это был очередной охуенный. Вот боссы, блядь, в Dark Souls намного, блядь, интереснее, чем в Bloodborne. Добрая половина. Одно дерево, которое убивается в разные места, чего стоит. Вот до чего мне понравилось дерево, блядь, пиздить на самом деле. Я вначале просто не понял, что у него там уязвимые места повсюду, потому что это для Dark Souls не характерно. Ну, не было такого раньше, что у босса какое-то место уязвимое, там несколько. Вот, у него они повсюду. Ну и этот босс тоже хорош. Вот эти, блядь, дополнительные чувачки, которые встают ему на... Встают не ему на помощь, а просто, блядь, поучаствовать в этом замесе анархично. Все пиздят друг друга, это весело. Это напоминает мне последнего босса из последней DLC-шки второй части, где коллективный босс, где толпой его надо было убивать. Не, ну это ржака, конечно. Так, еще мне сказали, что у меня герой... Блять, мой герой действительно похож на сморщенный кусок дерьма. Надо сходить в канализацию, грехов замолить. Но это будет уже в следующей части. Полоска жизни у меня, пиздец, скоро будет длиннее, чем у древнего дракона. Да, ну босс такой, я не скажу, что он суперсложный. Тем более, кто не может его убить, пилюли с защитой от огня вам в помощь. Если вы сможете зачаровать какую-то неплохую пушку на молнию, я думаю, что молния тоже будет неплохо бомбить этого героя. А как... Очень плохо показал себя топор на тьму. От тьмы, блядь, на тьму боссу похуй. Даже меч с огнем его хорошо бьет, несмотря на то, что босс вроде бы огненный, но меч с огнем его бьет лучше, чем тьма. Не знаю почему. Ну и щит. Щит, конечно, ну вы видели в этой серии, где я его нашел. Щит это, блядь, 95% успеха в бою с этим боссом. Потому что щит дает защиту и от огня, и от физики стопроцентную. То есть, если у вас высокая стамина, вы босса этого раскидаете как говна кусок. А вот если вы качали уворотчика или мага, вот, думаю, вам не повезет в этой битве. Потому что босс быстрый, блядь. А маги очень не любят быстрых боссов, мне кажется. Все, короче, герой ложится спать. А вы что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все такое. Блядь, какой красавчик босса уделал, а? Молодец, бля.